Я на втором этаже. И мы, естественно, не пропускаем такие мероприятия, особенно в Москве. Снимаю для сториса, 15-секундные сторисы для Инстаграм, для наших подписчиков. Сегодня здесь проходит международная конференция по образованию за границей для детей и взрослых. Естественно, мы не пропускаем эти мероприятия, мы идем сюда. Надеемся найти новых партнеров в Индонезии, в Америке, в Канаде и в Евросоюзе. Школы из Канады, США, Евросоюза. Информационные стенды, телефоны, визитки, представители. Вот с левой стороны мы видим Канаду. Университет также Канады. Германия. Ну что же, прямо сейчас соседи в зале. Соседи Соединенные Штаты. Я хочу лишь напомнить вам, что если у вас возникают какие-то вопросы, можете себя обратиться. Мы ждем наших партнеров, чтобы пообщаться более детально. Зал делится на две части. В первой части представители школ и высших учебных заведений, а здесь библиотеки. Прямо сейчас будет лекция. Всем добрый день. Я так понимаю, что раз вы здесь, вас вызывает беспокойство образование ваших детей и поиск, что же с этим делать. Друзья, всем привет. Сегодня мы на мероприятии, на конференции, связанной с международным образованием. Представьтесь, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Ольга, компания Star Academy. Мы сегодня организуем мероприятие для наших студентов по образованию за рубежом. Рассказываем о том, как отправить, когда, как, в какое время отправить своего ребенка на образование в среднюю школу, с какими можно столкнуться проблемами, с чем столкнулись наши студенты, чем они занимаются сейчас, а также по высшему образованию, в каких странах можно учиться, сколько это стоит, какие страны предоставляют право на работу, кем трудоустраиваются наши студенты. То есть такая общая информация для всех интересующихся. Оля, ну скажите, пожалуйста, какие страны? Стран сегодня представлено очень много. Это и страны Европы, которые пользуются большой популярностью, такие как Голландия, Италия, Испания, Германия. Это, естественно, США, Канада, Австралия, Великобритания. Понял. У нас подписчики – это взрослые люди, которые хотят эмигрировать в Канаду, в США, в Евросоюз с помощью учебных программ. Это возможно? Да, это возможно. Очень многие студенты этим интересуются. И не только студенты магистратуры, но и родители думают для своих деток, которые едут учиться на бакалавриат. Потому как такие страны, как, например, Голландия, Ирландия, США, Канада, Австралия, дают студентам право на работу по окончанию обучения. От 1 до 2 лет можно получить право на работу в этих странах. И плюс сейчас новость, о которой мы очень рады, Великобритания тоже думает о том, чтобы ввести право на работу для студентов. Я понял, ограничения по возрасту есть какие-нибудь? Нет, по большому счету ограничений по возрасту нет. Все зависит от ситуации студента. Если студент закончил высшее образование и хочет ехать на магистратуру, то возраст не ограничен. Ближайшие мероприятия в таком формате, когда планируется? В общем, друзья, мы вас обязательно навестим. Сегодня так получилось все спонтанно, мы совсем недавно не знали, в том числе будет проходить. В следующий раз пригласим наших подписчиков и задаем вам более расширенные вопросы. А еще такой момент, скажите, как вас найти, где у вас офис, как с вами взаимодействовать, если кому-то будет это интересно. Мы рады каждому студенту, всегда рад пригласить в наш офис. Мы находимся на станции метро Менделеевская, улица Баликова, 12, здание 1, называемся Star Academy.
всегда рада вашим звонкам и вашим визитам. Да, кстати, друзья, у нас офис на Образцово, дом 7, это тот же район, так что можно будет спокойно переместиться. Кстати, я договорился на какой-нибудь встрече с нашим художником в среду, да, чтобы, может быть, что-то найти интересное для нашей компании, для нашего Инстаграм, для нашего Ютуб и Фейсбук, для наших соцсетей. Спасибо вам огромное. Увидимся, друзья. Всем пока. Очень плодотворная получилась встреча. Около 15 контактов разных школ в США, в Канаде, в Австралии, в Евросоюзе. Понравились в некоторых школах цены, условия проживания также в семьях, возможность работать за границей. Очень рекомендую, друзья, посещайте такие мероприятия, становитесь информационно сильнее и принимайте правильные обоснованные решения, основанные на информации. Договорились с главными представителями всех вот этих вот школ, у них 14 представительств по России. На среду я поеду к ним в офис, и мы будем разговаривать уже более детально. По возможности расскажу о наших новых видеороликах. Всем удачи, пока.